Леонтов Фары, 7,5 лет, город Москва. О себе. Я веселый человек. Мне никогда не бывает скучно. Я все время играю. Мне только спокойное дело смотреть мультики, читать и смотреть картинки. И все, вот мое спокойное дело. И все остальное веселое. Я играю все время с моей сестренкой Нелли в мячик. Она то так, не так. Она вечером перед сном нас смешит сильно. Она не дает нам сказку слушать. И она бросается игрушками. Нам приходится ей в кровати бросать. Она еще бьет, когда ехала машина. Полная бензина. Лаяла собака, ав, 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 злая собияка, ав, 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 каркала ворона, кар-кар-кар, с черной короной, кар-кар-кар. И мяукал котик, мяу, открывая ротик, мяу. Человеку надо мало, чтоб искал и находил, чтоб имели для начала друг один и враг один. Человеку надо мало, чтоб тропинкам даль вела, чтоб жила на свете мама, сколько нужно ей жила. Человеку надо мало, после грома тишину, голубой клочок тумана, жизнь одну и смерть одну.